Смотрите, ребята, едем по Перми. Не туже. Просто поглазеем. Даже там, мне кажется, не так уезжаешь, как ты. Вот церковь какая-то, вообще берега. Вообще, сказали, что на одной стороне, да? На одной стороне Камы города. Она, ну, как бы, одна облагорожена, да? Вот смотрите, смотрите, набережная. Только мы не на эту. Наверное. Пермь такой, такой производственный город. Образовалась-то даже на месте предприятия. Я, понимаешь, в нашем возрасте я много почему не стала, потому что очень обидчивая уже становится. Езжаем. Через 600 метров на светофоре поверните налево на Петропавловскую улицу. Это здесь, что ли? Или на следующий? Впереди камера контроля перекрестка. Поликлиника какая-то большая. Оглядываем, что есть. А тут прямо. Ты только прямо можешь. Слушай, ну ничего. Что, город-то правда? Слушайте, как он большой очень, да, большой. Прямо масштаб. Он как, сразу начинается. Как, конечно, вот, как в столице езжаешь. Я вот говорила, да, как-то сразу. Да. Смотрите, огоньки у всех вечер, такой... сегодня воскресенье. Да, очень, они, да. Все возвращаются домой, разъезжаются. Ох, домики какие большие. Так, мы, наверное, конечно, здесь налево. Вон какой проспект, посмотрите. Да, да, да. Поверните налево. Ну-ка, давайте, давайте с перекрёстка. Ни хрена себе. Чики-чики-чики-чики. Как красиво. Ого, людей-то. Ого, город-то. Угу, как все. Да. Интересно. Я хорошо запомнила, хотя была 30 лет назад. Красный свет. Девочки, да, большой город, большой. Правда, как прям Москва. Прям Москва. Угу. Что-то все так. Смотри, какой встали. Линия стоп-то есть, нет? Или полагается, тогда у светофора стоит? Стой, где все стоят, да и все. Так, тут прямо, так они все в линию очень странную стоят. Так, зеленый, можно ехать? Уха-ха! Ну, что, едем дальше, смотрим. Большая, красивая Пермь впечатляет. Водители носятся. Ютубовский ролик нам сказал, что здесь чуть ли не самое большое количество аварий по всей стране идет. Это что, у них герб, да? Мишка, герб. Видите на этом? Круто. Так, едем прямо. Ну, тоже начинал, так завтра. Молоденький, да что хорошего. Завтра. Смотрите, на обоих были. Через 300 метров поверните налево на Комсомольский проспект. Как бы еще узнать, где 300 метров? Мы бы повернули. Да, что-то все строится, строится, да. Раз в 20 лет один концерт. Отель, а тут 656. Да, только прямо едем. Говорить, по машины носятся. Поверните налево. Ну вообще. А ну ехали в часть попроще, да? Маршрут перестроен. Надо было повернуть. Я не знаю, я смотрела на дома там. Да где она ухала? Я начала смотреть. Ну, мне все нравится. Что? Очень хороший город, да. Я не думала, что Пермь такой, да, красивый город. Я тебе говорила, что впечатление. Ну, это центр, красиво. Наверное, был совсем. Сейчас вот погодите, куда-нибудь выйдем, может, вам разонравится. Ну, смотри, вот, тоже улица красивая. Там нет таких окраин, деревянные маленькие домики, там вообще такого нет. Через 200 метров поверните налево на Сибирскую улицу. Весь город такой вот большой. Сейчас будет. Современный, никаких нет. Он же молодой еще. Сибирскую. С нами. Так, ну давайте повернем. Поверните налево. Сколько проехали, все красиво. Так, так тебе и говорю, все красиво. У нас была экскурсия, тогда идем дальше. Вот таких вот окраин, деревянный домик. Платные парковки. Большой, современный. А где мы будем парковаться? Через 300 метров.
метров, поверните направо, на Монастырскую улицу. А к Пермский край, столица Пермского края. Вообще все города больше и лучше нашего, да, кроме Глазова. Да. Вон направо сказал. Отправо-то ведь это. Поверните направо. Ну, все здесь хорошо видно. Но все равно такое, знаешь. Ну, да. Все равно такой провинциальный. Так, ну, что мы к реке выехали, да? Да. А здесь, наверное, эти тоже вон там какая-то набережная, это красивая, да? А может, мы ее и видели как-то ехали? Это, слушай, как в Севастополе. А вот смотри, мы. Видишь, правда? Ой, так мы, по-моему, подъезжаем, если я не путаю. А может, и путаю. А что-то мы там в центре с вами. Едем мы смотреть. Счастье не за горами. Мы ищем эти. Счастье не за горами мы ищем. Они вот возле белого здания, вот там, возле ниже. Это я говорю, что мы вроде подъезжаем. Машины стоят. Ага. Подожди-ка, нам надо запарковаться где-нибудь. И милиция стоит. Так, парковка платная. Через 300 метров круговое движение. Парковка платная. Музей. Люди, машины. Моя история. Музей. Аккуратно. Еще люди. Едут. Да, нынче, наверное, на халяву ты не запаркуешься. Света, воскресенье. Так, ладно, пошла искать парковку. Вот они здесь.